В Муравленко начались всероссийские соревнования по пауэрлифтингу среди мужчин и женщин на призы губернатора Ямала. Более 100 спортсменов из Курганской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов в течение 3 дней будут бороться за звание сильнейшего. Участники соревнований выполнят лишь один вид упражнений – жим штанги лежа. Я уверена в том, что судейство будет честным и справедливым. Ну и, конечно же, я желаю всем вам, уважаемые спортсмены, участники, воли к победе и большого успеха! Завершатся соревнования 14 мая выступлением тяжеловесов в категории более 120 килограммов.